велосипед. Но если для юного велосипедиста это очередное развлечение, то для взрослых он уже участник дорожного движения. Поэтому существуют четкие правила для велолюбителей. Перед тем, как сесть на велосипед, нужно проверить его исправность. Иначе можешь сам пострадать и зацепить других людей. Если тебе не 14 лет, то ты должен носить защитный шлем. В темное время суток на тебе и на велосипеде должны быть светоотражающие элементы, чтобы было видно тебя и твой крутой вид. Обязательно езди по велодорожкам, это твоя привилегия. Не выезжай на проезжую часть. Переходи дорогу по пешеходному переходу пешком, ведя свой велик. Не перегружай свой велосипед. Никогда не езди там, где много людей, иди пешком. Если перед тобой идут пешеходы, обязательно предупреди их. Звонком. Или голосом. Дорогу! Помни, твоя осторожность и внимательность может сохранить твою жизнь и твой велик.